Для заработка в сети интернет представляем вашему вниманию долгожданную новинку с надежной системой, эффективным маркетингом и доступным входом. Линейно-матричный проект WayUp в переводе «Дорога вверх». WayUp – проект международного уровня, работает с платежными системами Payeer, Perfect Money, Advent Cash. Все начинается с $5, и это единоразовая оплата в линейку и матрицу. Нет ежемесячной активности, нет ежемесячных административных сборов. В проекте 100% распределение средств между партнерами. WayUp – полный автомат. Автопереходы, автореинвесты, автоклоны. Постоянный доход на всех уровнях. Хорошая реферальная программа. Есть переливы и спонсорская помощь. Есть свои инструменты для работы. Перед вами сводная таблица дохода. 7 уровней линейки, соответственно, 7 уровней матрицы. В линейку на первый уровень можно приглашать неограниченное количество партнеров, каждый из которых затем переходит за своим спонсором на все последующие уровни, как линейки, так и матрицы на автомате, обеспечивая тем самым всей системе огромное пассивное движение и заработок на всех уровнях. Однако, не имея места в линейке, нельзя попасть в матрицу. В линейке средства от каждого лично приглашенного партнера сразу доступны к выводу. Доходность составляет 100%. Так, по стратегии прилично двух приглашенных сумма дохода более $50 000. При трех лично приглашенных свыше $800 000. И так далее. Нужно подчеркнуть, что в приглашениях нет ограничения. Чем больше личников, тем больше доход. Включена реферальная программа, по которой на постоянной основе мгновенно выплачивается реферальное вознаграждение за каждый шаг продвижения личника. Основным двигателем проекта является 7-уровневая матрица, где каждый уровень состоит из 3 трехместных столов. Движение устроено так, что каждый уровень работает бесконечное количество раз за счет постоянных реинвестов. В скобках указаны суммы. При прохождении первого цикла с учетом автопереходов последующие уровни линейки и матрицы. Рядом прописан постоянный доход. Так, скромный подсчет дохода одного логина по всем уровням матрицы составляет $3790. Однако сумма условная и нужно понимать, что пока идем к 7-му уровню, верхние уровни проходят несколько циклов, плюс заложенные по маркетингу автоклоны, которые приравнены к лично приглашенным и имеют такой же доход, как и основное место, значительно увеличивают заработок и дают возможность неограниченного дохода. Клоны в проекте направлены на начальные уровни в помощь более быстрого продвижения вперед, для того, чтобы партнеры быстрее выходили на более высокие доходы. Рассмотрим принцип работы матрицы более подробно. 7 уровней, каждый уровень состоит из 3 трехместных столов. После регистрации оплаты первого уровня линейки за $5 оплачивается место первого уровня первого стола матрицы, также в размере $5. Два партнера, которые приходят следом за нами в первый стол, приносят каждый по $5. В сумме это $10, и наше место автоматом переходит во второй стол. Вопрос. Кто может прийти к нам в первый стол? Это могут быть наши лично приглашенные партнеры. Тогда мы получаем еще и реферальное вознаграждение. В первый стол могут прийти и личники вышестоящих спонсоров, также партнеры, пришедшие с реинвестов, или автоклоны. Как видим, вариантов несколько. Спонсорская привязка в проекте работает на 2 поколения партнеров. То есть, если спонсор находится во 2-м или 3-м столе, то система ищет лично приглашенных первой линии личников спонсора. Если лично приглашенных первой линии нет, то система ищет вторую линию приглашенных лично приглашенных. Если приглашенных второй линии нет, система ищет вышестоящего спонсора или его личников, и так вплоть до админа. Чем активнее движение в первом столе, тем быстрее закрываются циклы и быстрее идет общее движение в уровнях. Итак, мы во 2-м столе. На 2 свободных места встают партнеры, которые закрыли свой первый стол. Каждый дает сумму по $10. Наш доход составляет $20, и место автоматически переходит в 3-й стол, последний стол 1-го уровня. В 3-й стол приходят партнеры, закрывшие свой 2-й стол. Доход от каждого составляет $20. На этом этапе наш заработок $40. Как распределяются средства?
$5 автореинвест в первый стол первого уровня, $3,5 реферальная программа, $10 автопереход на второй уровень линейки, если вас там нет, $10 автопереход на второй уровень матрицы, если вас там нет, чистый доход $11,5 плюс реферальные, это закрытие первого цикла, $31,5 плюс реферальные закрытия второго и всех последующих циклов. Все следующие уровни работают аналогично. Меняются только суммы дохода и добавляются клоны. Итак, второй уровень матрицы. Доход $80. Распределение $10 автореинвест в первый стол второго уровня, $7 реферальная программа, $20 автопереход на третий уровень линейки, если вас там нет, $20 автопереход на третий уровень матрицы, если вас там нет, $5 клон на первый уровень в первый стол, чистый доход $18 плюс реферальные закрытие первого цикла второго уровня, $58 плюс реферальные закрытие второго и всех последующих циклов второго уровня. Третий уровень матрицы, доход $160, распределение $20 автореинвест в первый стол третьего уровня, $14 реферальная программа, $40 автопереход на четвертый уровень линейки, если вас там нет, $40 автопереход на четвертый уровень матрицы, если вас там нет, $5 один клон на первый уровень в первый стол, чистый доход. $41 плюс реферальное закрытие первого цикла третьего уровня. $121 плюс реферальное закрытие второго из всех последующих циклов третьего уровня. Четвертый уровень матрицы. Доход $320. Распределение $40 автореинвест в первый стол четвертого уровня. $28 реферальная программа, $80 автопереход на пятый уровень линейки, если вас там нет, $80 автопереход на пятый уровень матрицы, если вас там нет, $10, 2 клона на первый уровень в первый стол, 1 клон $10 на второй уровень в первый стол, чистый доход $72 плюс реферальные закрытие первого цикла четвертого уровня. $232 плюс реферальные закрытие второго и всех последующих циклов четвертого уровня. Пятый уровень матрицы. Доход $640. Распределение $80 автореинвест в первый стол пятого уровня. $56 реферальная программа. $160 автопереход на шестой уровень линейки, если вас там нет. $160 автопереход на шестой уровень матрицы, если вас там нет. $15 – 3 клона на первый уровень в первый стол. $10 – 1 клон на второй уровень в первый стол. Чистый доход. $159 плюс реферальные закрытия первого цикла пятого уровня. $479 плюс реферальные закрытия второго и всех последующих циклов пятого уровня. Шестой уровень матрицы. Доход $1280. Распределение $160 автореинвест в первый стол шестого уровня. $112 реферальная программа. $320 автопереход на седьмой уровень линейки, если вас там нет. $320 автопереход на седьмой уровень матрицы, если вас там нет. $20 4 клона на первый уровень в первый стол. $20 – 2 клона на второй уровень в первый стол. $20 – 1 клон на третий уровень в первый стол. Чистый доход – $308 плюс реферальные закрытие первого цикла шестого уровня. $948 плюс реферальные закрытие второго и всех последующих циклов шестого уровня. Седьмой уровень матрицы. Доход $2560. Распределение – $320 автореинвест в первый стол седьмого уровня, $224 реферальная программа, $25 5 клонов на первый уровень в первый стол, $30 3 клона на второй уровень в первый стол, $40 2 клона на третий уровень в первый стол. Чистый доход $1921 плюс реферальные
закрытия 7 уровня. Представленный маркетинг проекта WayUp достаточно прост, как и все гениальное. По желанию работу можно начать сразу с нескольких уровней линейки и матрицы. Обратитесь к человеку, который дал вам это видео, за более полной информацией. Всем успехов и хороших заработков! Не забываем, что наши мечты становятся реальностью не с помощью магии, а с помощью целеустремленности и упорного труда.